В первую очередь хотелось реабилитироваться перед болельщиками за предыдущие 3 матча. Мы не имеем права так дома играть, и сегодня постарались максимально строго сыграть в обороне и выполнить тренерскую установку. Старались больше бросать, создавать моменты, попроще стали в большинстве играть. И в какой-то степени это сработало. В обороне сегодня сыграли практически без ошибок. Что пересмотрели? Мы каждый день об этом разговариваем в раздевалке с тренерами. Стараемся занимать середину больше, не расходиться по углам, по бортам. И сопернику сложнее так играть, и мы это где-то понимаем, и сегодня удалось выполнить все-таки эту установку, и мы надежно сыграли. Впервые вышли в роли капитана, как себя чувствовали? Ну, я когда-то уже где-то там находил в других командах, но приятно, спасибо за доверие и тренерскому штабу, и игрокам команды. Невероятное ощущение, на самом деле, придает эмоции дополнительных, ответственность больше, и, так скажем, нет права на ошибку, и нельзя подводить ни себя, ни игроков, ни тренеров. Вы как коренной финец, наверное, для вас это вдвойне приятно? Ну, наверное, да. Психологически тяжело было? Не нервничали? Да нет, уже не в том возрасте, чтобы нервничать.